Ребят, всем привет! Я уже месяц не появлялся на YouTube. Тут очень много суеты было в связи с мобилизацией, да, и даже пришлось немножко делать перетрубацию. Да. То есть мы тут решили реализовать свою идею по открытию кафе. Мы чуть-чуть сдвинулись с нашим магазином, выделили себе помещение, а оставшуюся большую часть помещения у нас будет кафе. Наверное, буду вам показывать, что там как и происходит, ну, когда уже будет там красиво. Сейчас пока там еще идет ремонт. Вот, а так, что хотел сказать. За последний месяц, хоть я вам это не показывал, но очень-очень хочется рассказать. Мы вышли на Wildberries. Как оказывается, Wildberries, ну, такая достаточно площадка качает, ну, я имею в виду с точки зрения продавца, там всякие карабинчики, зажимчики, ну, такое общего назначения товара очень-очень хорошо уходит. Поэтому, если кто-то из продавцов занимается, посмотрите, подумайте, я думаю, вам тоже будет интересно туда разместить свои товары. Вот, также хотел еще озвучить, пока за этот месяц нам приехало много-много всякого разного инструмента, очень-очень прикольного, например, эдолориды приехали на липучках, несколько пар, гекковские когти приехали, ну, это то, что обычно у нас под заказ было, шлема протасовские в нескольких цветах тоже имеются в наличии, рогатки, ну, рогатки уже, как обычно, ну, короче, вот так вот двигаемся, смотрим. Сейчас, привези, вот Арба, он, например, приехали наконец. Заказали ее еще в начале лета. Вы не представляете, как у Вента, оказывается, это сложно сделать. Короче, вот, двигаемся, движемся. Все вам буду дальше показывать, как раньше. Тут взяли тендер, большой такой, интересный, будем делать его, посмотрим, как это все происходит. Участвуем много-много во всем. Тут, короче, как обычно, все буду показывать. Кому интересно, подписываемся, ставим лайки. Все, всем пока.